Конференция «Вызовы и тренды современной лингвистики» проводится при поддержке гранта Министерства образования и науки России на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих исследований. Главной ее целью стало обсуждение актуальных тенденций в лингвистике и вызовов, которые ставят перед наукой события последнего времени. Торжественное открытие состоялось в одной из аудиторий Института филологии и межкультурной коммуникации. С приветственным словом выступил заместитель директора по научной деятельности Искандер Ермакеев, который поблагодарил всех участников, реализующих лингвистические исследования и открывающих новые векторы развития в изучении языков. В рамках того гранта, который наш университет выиграл в этом году, один из очень немногих вузов Российской Федерации, грант Миноборнауки на проведение студенческих научных мероприятий в поддержку студенческих кружков. В рамках этого гранта проводится несколько крупных мероприятий в рамках университета в целом. Ну, а наш институт организовал такую очень интересную международную студенческую научную конференцию «Вызовы и тренды современной лингвистики». Ребята будут выступать с докладами, заявлено достаточное количество докладов, они будут идти параллельно по нескольким секциям с утра до вечера. Первые докладчики уже начали сегодня работу с 9 часов. Также на открытии конференции выступила заведующая кафедрой прикладной и экспериментальной лингвистики Елена Горобец, которая рассказала о том, как реализуются научно-исследовательские работы изучения языков в Казанском федеральном университете. Участникам удалось подробнее узнать об истории тюркологической, лингвистической и лингвометодической школах и важнейших достижениях, которые помогли улучшить систему преподавания и обучения русскому, татарскому и тюркскому языкам, ознакомиться с работой научно-исследовательских лабораторий и подготовки полилингвиальных педагогических кадров. В мировой науке Казанская лингвистическая школа очень известна, и, безусловно, Казань и Казанский университет всегда ассоциируются с Казанской лингвистической школой в том числе. Основателем Казанской лингвистической школы является ученый Иван Александрович Будуэн де Куртене, и его идеи, они легли в основу современных научных направлений, которые развиваются в Казанской лингвистической школе. Сейчас, на современном этапе, те исследования, которые в Казанском федеральном университете ведутся в области лингвистики, они были удивительным образом предсказаны представителями Казанской лингвистической школы, что очень важно. В их трудах прямо написано о том, что вот такие и такие научные направления, они будут иметь приоритет над другими. И так на современном этапе получилось. Участие в студенческой конференции предусмотрено в двух форматах – онлайн и офлайн. Поэтому ребята, которые не смогли приехать лично, все равно защитят свои работы. Около половины будет принимать участие дистанционно, потому что по всем направлениям предусмотрена гибридная форма возможности онлайн-соединения через систему Webinar.ru. Но мы рады с тем, что многие ребята получили возможность самостоятельно приехать в Казань для того, чтобы принять участие в конференции. Студенты выступят с докладами по следующим направлениям. Русский язык в эпоху глобализации языкового пространства, татарские и тюркские языки в современном мире, романо-германские языки и методика их преподавания, теоретическая и сравнительно-сопоставительная лингвистика и прикладная и экспериментальная лингвистика. По завершении конференции все участники получат сертификаты, а лучшие из них – дипломы. Кристина Атёкина, Александр Кузнецов, Универ Новости.